Лоу-райтинг. Мы летаем. Ух ты. Господи. О, это реально робот. А что он делает? О, я иду басит всех. Нормально, они все... Убегать из центра. Ой-ой-ой. Предупреждены. Ну, привет. И, смотрите, я уже наелась. Ребята такие маленькие, но такие аппетитные. Я не могу. Вы посмотрите. Что-то это нездоровая какая-то история. Маленькие. Ой. Ну ладно. Так, а здесь маленькие быстрее или нет? Ульян, друзей есть нельзя. Согласна. Согласна. Я согласна. И в прошлый раз я сделала это случайно, совершенно. Ага. Я буду держаться от вас подальше. Ульян. И вы, пожалуйста, тоже. Ульян. Ульян. Да-да. Случайности не случайны. Мой друг. Вот, вот. А теперь пытайся оправдаться. Давай, слушаю тебя. Ну что? Ну нет, ну меня простит Угуэй. Я надеюсь. Ну, все, проехали. Итак, зачем вообще мы пришли в эту игру? Дело в том, что еще в прошлый раз я заметила, что здесь есть ивенты. Ага. Вот они. И они стоят денег. А эти деньги стоят денег. Соответственно, замкнутый круг небольшой. И за 500 робоксов я собираюсь купить 40 денег, за которые я смогу купить ивенты. Вот. Ух ты. Вот это да. Но мне кажется, что нужно идти на общий сервер для того, чтобы не только мы радовались этим ивентам. Ну, вот. Действительно. Потому что я не знаю, что они из себя представляют, поэтому будем вместе узнавать об этом. Ага. Так, ну что, мы пришли на общий сервер, и я уже купила жетоны. Они называются, видимо, жетоны. Вот. И что думаете, что мы купим сначала? Тут есть бомба, какой-то робот. Ага. Денежный дождь и low gravity. О, прикольно. А что из этого хорошее? Вот, кстати, я не знаю. Я думаю, мы поймем это, ну, из практики, мне кажется. Да. Ну, давайте начнем с самого дешевенького. Ну, ага. Да? Ну, логично, один конечно. Жетон. Ага. Я купила. И что это значит? А что это? Low gravity? Мы летаем! Ух ты. Господи. Прикольно. Неплохо, неплохо. Правда, смысла особого нет в этом. Ну как? Да, можно легко неплохо, запрыгнуть но... и поесть на крыше здания. Посмотрите, все летают. Да. Ребят, швыряться тоже теперь по-другому. Да, прям в замедленном действии. Прикол. Все просто прыгают и швыряют. Ну ладно, это не так плохо. Ой, елочка так медленно свалилась. Хотя, с другой стороны... Наверное, все-таки и плохо, и неплохо одновременно, потому что всякие предметы, они же, вот смотрите, они летают далеко да. и долго. Поэтому так можно убить кого-нибудь на другом конце карты, что не очень хорошо. Вот девочка только что! Ага. Посмотри, она пристукнула вот ту в веночке. О, нет. Так, мне нужно срочно наедаться, чтобы я смогла ее съесть. Все, закончился эффект так быстро. А, так быстро? Ну, с другой стороны, он стоил один жетон. В принципе, наверное, его действие не должно быть таким долгим. Ну, блин, я думал до конца раунда. Возможно. Как в таворе, типа. Я тоже думала, каждый раунд с каждым усилением каким-то. Ну, надеюсь, что следующее... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему она так странно... А почему, в смысле? Ну, она хотя бы не может нас съесть. Ой, я надеюсь, что нет. А сколько у нее... А, ну я тоже не смогу ее съесть, потому что она слишком крутая. Но она не всегда такой будет. Ну, это да. Это точно. Ну ладно, я думаю, время покупать что-нибудь еще. Давайте по порядку, денежный дождь. Так, ну это должно быть хорошо. Ну, я надеюсь. Ну, однозначно. О, реально полетели денежки. Так, а знаете что? Надо стать поменьше, чтобы быстрее бегать и собирать эти денежки. Логично, логично. Оп-оп-оп. Уже плюс 3. Разве быстрее бегаешь? Да. Да. Нет, не исчезай. Там мы, кажется, обсуждали это в самом начале, что это хорошая физика. Когда ты меньше, ты бегаешь быстрее, ага. А когда ты больше, бегаешь хуже, в общем, медленнее. А они реально исчезают. Ага. Блин, а это мне не нравится. Почему так быстро? Ай, стой, стой. Нет. Ты. Я успела. Слушайте, а интересно, меня это интересовало еще в прошлый раз. Эти монетки засчитываются в те, которые мы... О, нет, что? А как? Подождите. Пока. О, они вот они тут. Тут. О, неплохо. Они упадут, нет. Они упали. Да, они упали. Падают. Хорошо, ладно.
Неплохо. Так вот, они засчитываются в монетки, которые мы должны собирать ради того ивента. А, ивент, кажется, предмета. Закончился. А, да? Ну, я не вижу его, по крайней мере. А, ну да, действительно, я тоже его не вижу. О, нет. Эх, ладно, ладно, хорошо. Слушай, немного, ну, по крайней мере, конечно. Дождь, он хорош, его много. Да, да, прикольный. Долго был, как будто бы. Ну да, да, и, в принципе, да, согласна. Пока что больше нравится, чем та непонятно зачем нужная штука. Ага. Ну, вообще, если купить все разом, ну, как минимум эти два улучшения, я буду называть это улучшениями, ну или ивента, ладно, то, в принципе, не так уж плохо, потому что ты сможешь запрыгнуть куда угодно, хотя нет, когда ты маленький, ты быстрее бегаешь, но получается, если ты будешь прыгать, то ты будешь дольше правильно добираться. Это не ты купила знаю, гравитацию? Господи. Нет. Опа. О, кто-то купил. Вдохновился кто-то тобой, Лен. Ой, давайте я как раз проверю, куплю еще раз денежные деньги. Дождь. Денежный дождь. А ну-ка. Я купила. Я купила? А, нельзя? Что? Да, видимо, только один ивент. Нельзя. Блин, серьезно? Вы че? Ну ладно. Обидно. А у меня был план. Ну, Лен, ты пока покушай, потому что тут все уменьшились. Когда ты сделала деньги, все решили все распродать и быстрее бегать. Ага, поэтому... хитрецы. Ага. Да, поэтому мы теперь довольно крупненькие, хочу сказать. Да, да. Слушайте, у этого дома очень сложно есть стены, они как-то не хотят. А вот, ладно, сейчас съела. А я почему-то запрыгнула на крышу. Я увидела здесь девочку, решила повторить за ней и просто запрыгнула на крышу. Мне показалось это интересным. Поэтому я ем крышу. Неплохо, неплохо. Слушайте, я тут еще подумала, slow gravity можно еще всяких таких вреден легко доставать. Ну, имеется в виду, если они будут кого-то есть и куда-нибудь заберутся, потому что они маленькие и прыгучие, то можно легко их достать и съесть. Ага. Вот. Интересно, а что если встретятся двое одинаковых, которые могут есть друг друга? А мы вроде пробовали. Нет, мы пробовали просто одинаковых, но мы в этот момент там не было так, ну, что они оба могут есть. Смотри, короче, там просто есть условия, типа, должен быть меньше. То есть, если такой же или больше, значит, не можешь есть. Если меньше, то в любом случае съешь. А у меня был такой классный план, а ты вот... Извини, я разрушил его. Я думала, знаешь, там в одно время едят друг друга, кто-то там за ногу, кто-то за руку там. О, боже. Ого. Подождите, так я самая крупная на сервере, да? Да. Да. Видимо, да. Могла бы кого-то съесть, но я медленная. А я что-то забываю, на самом деле, здесь качаться, если честно. Ой, я себе закопала чуть-чуть. Ой, все, я откопалась. Ничего себе, ты большая. Так, ладно, давайте покупать что-нибудь большое. Да что ж такое? Что-нибудь еще. Вот, я еще не покупала робот. Я не знаю, что это значит. Но здесь изображены ракеты какие-то. Это как-то не очень хорошо звучит. Ну вот, да. Ну, да, я же не зря потратила 500 робоксов, поэтому давайте покупать. О, это реально робот! А что он делает? Ой-ой, дубасит всех! А почему всех? А минус что он делает? Здоровье. А у меня нормально по здоровью все. Ульяна, ты можешь его съесть? Может, в тебя он не стреляет. Жесть. А, реально не знаю, подождите. Сейчас посмотрим. А, да, он здоровье реально он убивает. Так, я бегу, я бегу, я бегу. Да куда он? Как он прыгает? Слышь? Не, не получается. Сейчас. Он убежал от тебя. Ага, дубасит нас. Блин, не получается. Блин, реально не получается. Ну ладно. А можно я его убью? Я кину в него что-нибудь? Стукну, ну кинь. А мне кажется, он неубиваемый почему-то. О, слышь! А он не тебя убивает, что? Я успею продаться? Дайте я продамся. Ну блин. О, нет. Серьезно? Убил. Своего создателя, как ты мог? А где он делся? Кстати. Не знаю, надеюсь, всё, он пропал? Исчез. Да. Или он внизу где-то. Так себе ивент, хочу сказать. Да уж. Ну, вообще, тут их 4, и по идее, ну, 2 хороших, 2 плохих, видимо. Потому что я думаю, что ядерная бомба тоже нехорошая явно. Есть ощущение, что она просто все снесет. Да, поэтому
Я думаю, может быть, вы продадитесь там, вот, и я попробую. Ага. Ульян, ага, чтобы, вот смотри, да? Чтобы я все... вас вообще еще предупредила, между прочим. Спасибо, смотри, за это. А мы можем спасти весь сервер. Сначала нужно прикупить денежный дождь. Денежный дождь. Да. Да. Все продадут свою массу, будут бегать, собирать, а потом ты уже купишь эту штуку. Ну ладно, ну давайте, ладно, хорошо, я согласна. А дорого, ой, а дорого, только... типа... Блин, ой, я не знаю, нажала. Ты не знаю, случайно. Я просто жмакнула зачем-то, не думая. Ну ничего, немножечко. Зачем она самая первая вообще там изображена? Ой, все, пока. Она все равно недолгая, поэтому ничего страшного. Так, отлично. Действие закончилось. Давайте покупать денежный дождь. Так, так. О, пошло дело. Отлично. Так, а никто что-то не продается. А ну, это потому, что они еще не поняли, что он посыпался. Это дорого вообще, Ульян? Ну, 3 жетончика. Ну, неприятно, я бы так сказала. Ага. Ну, вообще, да. Но если ты задонатил до этого 40 жетонов, то, в принципе, тебе будто бы... Норм, да. Да. Слушайте, ну, я вижу, что никто не становится маленьким. Почему? Сейчас ты сделаешь их принудительно маленькими. Да, ну я попыталась им помочь. Ага. Ну, они сами решили. Сами виноваты. Свою судьбу. Да. Столько фиолетовеньких. Ой, слушайте, а сколько у вас уже денег? У меня вот, например, 27 тысяч. Слушайте, да много, действительно. У меня тоже как-то будто бы больше набирается, чем я собираю. У меня только что было 14 тысяч. А, я еще все продала. Так, у меня 89 почти. Ого. Ты что? Откуда у тебя столько денег? Правильно? Денег. Ну да. Ну да. Так, ну все, все выбрали свою судьбу, и я хочу купить ядерную бомбу. А вы не собираетесь продавать там деньги себе? А, да, немножечко. Зарабатывать. Готов, я готов. Все, отлично. Я тогда покупаю. Я покупаю. Давай. Я купила. Ага. Нюк. Нормально, они все. Убегать из центра. Ой-ой-ой. Предупреждены. А где центр будет падение? Может, да будет сбоку? Там уже видно, вон падает. О, нет! А говорили, облако будет грибочком. Ничего где себе. Оно? Что? А оно выило всю карту? Отпихнуло в середине, да. В центре. Зато здесь деньги! Здесь деньги. А, вас убило? Меня не убило. Нет, не нет, убило. Нет, я смотрел просто со стороны. Где облако грибочком? Я не получилось, на самом деле, посмотреть на взрыв, потому что меня откинуло, почти убило, но не убило. Вот, но вот здесь вот я теперь вижу, ой, девочка идет прям целенаправленно на меня. Интересно, она идет меня есть, убивать или что? Ну вообще да, это такой пакостный на самом деле ивент. Давайте еще раз купим денежный, да что ж такое? Да нет. Да, ну да, ну нужно искупить свою вину. Да ты перед этим покупала. Ну да. Ты думаешь, хватит тратить деньги? А сколько у тебя осталось? У меня осталось еще 17. Ага. Да. В принципе, я могу их оставить на потом. Почему бы и нет? Очень жалко, что это добавили после того ивента, как-то нужно было собирать количество этих вот монеток. Нет, прям... кажется, он еще был тогда, потому что я интересовалась вопросом как раз, можно ли купить этот денежный дождь и заработать денег на этот UGC. Вот. Ага. Но я не успела проверить. Так, ну что, ребята, я решила все-таки не тратить пока все жетоны, а вдруг что-нибудь еще новое появится. Поэтому давайте, наверное, увеличим свой максимальный размер. Я как раз накопила. Это будет мой 15-й уровень. Так, а где посмотреть, какой уровень? А, у меня этот уже... магазинчик. Или... Ага, или нет, а как-то... У меня 15. Сейчас. И ты покупаешь 16. Или покупаешь 15. Не, у меня уже 15. У меня было 14, а сейчас 15. Угу. Ну, в принципе, нормально. Главное только, чтобы ты могла теперь съесть кого-нибудь. Ну, не знаю, не знаю. Это смотря кто как прокачан, конечно. Ну, знаете, я, наверное, не буду уже ничего покупать, потому что у меня, во-первых, нет денег, а во-вторых, я думаю, что накачаюсь и в следующий раз приду кого-нибудь хавать на общем сервере. А на этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.